Новая функция беспилотников – мониторинг пляжей в мексиканском штате Оахаке в период размножения морской черепахи. Черепахи собираются для спаривания в один день на этом пляже, и многие тысячи из них откладывают миллионы яиц. Данный феномен известен как арребида. Внимание зоологи оказывают атлантической ридли, находящейся на грани уничтожения. Она размножается только на Оахаке. Яйца – лакомство не только для хищников. Их охотно употребляют в пищу и Homo sapiens. Стоит этот деликатес дорого. Поэтому браконьеры, зная о такой особенности черепах, наблюдают за пляжем несколько дней. С высоты происходящее видно. Видны следы. Мы в состоянии различить те, что оставлены человеком. Кроме того, мы можем понять, где скрывался браконьер. И нам это, в свою очередь, помогает принимать нужные решения. С земли зоологи не могут видеть происходящее на окрестных холмах из-за их слишком густой растительности. По словам экологов, сегодня рыбаки, собирающие черепашьи яйца, продают их по 80 евроцентов за штуку. Цена растет пропорционально запретительным мерам и тяжести наказания за сбор яиц. Беспилотники в данном случае призваны бороться не со следствием деятельности браконьеров, а с его истоками, не давая последним возможность совершить противозаконное деяние.